В редакцию новостей нашего города обратились жители Ноябрьска с вопросом, почему на стационарном посту Карамовский больше не дежурит бригада медиков. Нам удалось выяснить, что дежурство бригады скорой помощи отменили с 1 января 2013 года, ровно тогда, когда врачи перешли на одноканальное финансирование. Фондом медицинского страхования не предусмотрены средства на оплату такого рода работы. Надо сказать, что фельдшеры станции уже обратились к главе администрации Ноябрьска с просьбой рассмотреть возможность профинансировать данный вид услуг из городского бюджета. Ведь в случае ДТП первая медпомощь приедет из города в район Карамовского поста не раньше, чем через 40 минут. С одной стороны, есть понятие золотого часа, то есть помощь должна быть оказана в течение первого часа, это само собой разумеется. Количество пациентов, которым была оказана помощь при ДТП, в общем объеме работы не так уж и велико на вот этой федеральной трассе Сургут-Салехард. Но все-таки федеральные программы обеспечения безопасности на дорогах, создание вот таких медицинских пунктов предусмотрено, значит, бригада должна дежурить. С начала года на загородных автодорогах Ноябрьского региона зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в котором один человек погиб и один был травмирован. В настоящее время на СП ДПС Карамовский бригада скорой медицинской помощи не дежурит. Сотрудникам скорой помощи приходится ехать из города на место ДТП, а на это уходит больше времени, так как удаленность СП ДПС Карамовский составляет порядка 50 километров от медицинских учреждений города Ноябрьск. Госавтоинспекция рекомендует возобновить дежурство скорой медицинской помощи на Карамовском посту, так как это загородная трасса, где тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий гораздо выше.